приезжали легенды. Очень замечательное мероприятие. Мы с вами в Путилково в свое время давали старт, да, хоккей во дворе с легендами. Нам удалось на машиностроителей фактически повторить праздник уже в летнее время. Футбол. Почти 2000 жителей с ребятишками, с нашими, посетили. Но важный акцент о том, что рядом очень много детей. Вот они и в их глазах, в их памяти, в их воспоминаниях, или, можно сказать, в их рвении в дальнейшем, чтобы стать такими же заслуженными, даже если один футболист Зоркова станет победителем высшего достижения футбола, для нас является, наверное, самой главной работой, но невозможно добиться даже или достичь чемпионства одному человеку, когда ты не занимаешься этим массово. Поэтому я всегда об этом говорю, как и мне говорил великий легендарный хоккеист Вячеслав Александрович Фетисов. Нельзя стать чемпионом мира или чемпионом Европы или олимпийским, если ты не стал чемпионом своего двора. Действительно, мероприятия, эти отзывы, которые мы получили, оно дорогого стоит. Еще больше нам делать акцент на футбол, еще больше делать акцент вообще на массовость, все, что связано с детьми. Не обязательно только в этом виде спорта. Поэтому состояние спортивных объектов, состояние спортивных площадок, состояние спортивных коробок, оно еще больше требует внимания. Каждый день оно должно служить именно здоровому образу жизни и еще больше делать акцент на наше спортивное движение.